Итак, коротенькое видео о зарядке аккумуляторной батареи от солнечных панелей, расположенных у нас в Ford Scorpio на задней ляде крышки, вернее, багажника. Вот так они расположены, как видно. Параллельно подключены. Вон пошел провод, сейчас покажу. Вот так вот у нас. Ну, мы его потом сворачиваем, когда это нам не надо. Вот так. И крокодильщики. Вот так я заряжаю свой аккумулятор. Чтобы не носить его домой, в квартиру. Вот, каждый раз. У меня машина часто стоит 2 недели, 3 недели, двусторонняя сигнализация, поэтому подзаряжать нужно. Кому будет интересно, как это работает, как это сделать и примерно сколько это стоит, будет более подробный обзор. Там я расскажу, сколько она выдает. Скажу сразу, что выдает она немного. То есть для полного заряда вот при таком солнечном дне, ну там, допустим, если у вас сел аккумулятор до 11,5-11,4 вольта, то есть это там 20% у вас заряда или 40% заряда, 74 ампер-часовый аккумулятор, то вам нужно будет не менее 3, а то и 4 дней солнечных, чтобы она заряжалась. Скажу сразу, я не боюсь оставлять эту зарядку на целый день. Она по амперажу не сильно много выдает. Ну, когда будет прибор, я сделаю замеры точные, чтобы было наглядно, сколько она выдает. У меня защиты здесь нет никакой, к сожалению. Но, в принципе, вот уже 2-й сезон у меня все в порядке. Всем спасибо, подписывайтесь, задавайте вопросы. Будем снимать видео конкретно под ваши задачи.